Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Безумные монстры». И мы дошли с вами до территории, где у нас будет дед-зомби, насколько я помню. Зомби-ленд. Ага, 6 волн. Окей, поехали. Так, я правда не помню, что лучше делать против этого дедули. Ну, нам должны, в принципе, расписать его. Ага, новый монстр, зомби. Так, и должны показать, что у него за способности. Так, он наносит 133 урона и перемещается вперед. Окей. Вот, восстать из мертвых. Возрождается после смерти, если есть живые монстры. Вот, ребята. Проблема в том, что нам нужно с тобой убивать вначале всех, кроме зомби. А потом уже добиваем самого зомби, потому что иначе он просто выживет. Понимаешь, да? В чем приколюха вся? Так, ладно, здесь мы разобрались. Ну, естественно, он идет на передок. На передок. Так, этого мы сейчас с тобой раскроим. Вот так вот, хопа. Ну и вот теперь можно спокойно разбирать уже, как говорится, этого дедулю. Чтобы он уже, как говорится, не воскрес. Никогда, надеюсь на это. Так, заморозка, и, конечно же, мы... Кстати, ребята, я прокачал пушку до 6 уровня, смотри. Она наносит сейчас 3500 урона. Это, я считаю, круто. Блин, маг. Маг здесь. Ага, ага. Маг, что я делаю? Что я делаю? Так, иди сюда, шитик. Нам бы его... Давай распилим. Угу. А теперь нам нужен вот этот вот щегол. Ну, старик, естественно, идет на первое место. Так, а если вот так вот? Крутенько, крутенько. Но недостаточно круто. Как хотелось бы. Давай попробуем, может быть... Вау, 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 вау. Завалили. Чудесно сработала молния. Я ее, кстати, тоже немножко вроде бы прокачал. Тыч. И добьем, добьем, добьем. Надо было ему, а? Кривому мне все-таки зарядить маленько. Ладно, фиг с ним. Мне это пока не нужно. А вот насчет заморозочки, пожалуй, да. Тут, как мы видим, дедули нету. Зомби этого. Значит, будем... ворошить гнездо, да? Ворошить гнездо. Сейчас я его попробую наказать. Блин, распилить, что ли, его? Ну-ну-ну-ну-ну. Найс. Так, а этот успеет ударить, и тот успеет. Два удара сразу же. Блин, вот плешивый, а. Разыграли неплохую партию здесь, я тебе скажу, они, да? Слушай, нам нужно будет, наверное, хильнуться на следующий раз, потому что, ну, здоровье вообще у нас не к черту. Ты дышь. Так, добивка, добивка, добивка пошла. Ну, а теперь, как ты понимаешь, будем смотреть ХПшку, чтобы получить. Так, ну, вроде бы неплохо. Давай вытягивать сюда вот этого дедушку Гринча. А распилить, наверное, не получится, да? Хотя нет, все очень великолепно. Заморозка не надо. Я не знаю, ребят, давай попробуем тучку золотую нашу, да? Вытянем мухомор в передок. И накажем его. Вот таким вот образом. Упс, а он не погиб, к сожалению. А если так сделаем? Все. Так, сейчас мы с тобой применим, наверное, удары из пушки. А молнию я не успею, да, к сожалению. Блин, жалко. Тогда сейчас будем делать. Нормуль. Нормуль и допиливаем. Все, зомби готов. Так, следующий, понятно. Так, пока, я думаю, не стоит ничего нам делать. Так, мухомор, иди сюда. Из пушки мы его... А, добить не сможем, понятно. А если вот так ракету? В него или не в него? Нет, в слизни, к сожалению. Так, давай заморозку, срочно заморозку нам. Пускай постоит, подумает. И сейчас... Так, тот сгорел. Ну, сбей, пожалуйста, вот здесь вот. Сбили каст. И что? Теперь, наверное, его притянем сюда к нам. Здесь я его с удовольствием распилю. А Йети все-таки успеет, да, ударить. Ладно, это не критично, друзья мои. Это не критично. Заморозил две карты мне, но это пока на время. Мы его тоже замораживаем. Ну, я думаю, пора с ним распрощаться. Окей. Последняя волна. Последняя волна, пока не будем здесь ничего делать. Давай, наверное, вот так вот. Для начала. Так, мне бы вытянуть бы, во.
Так, у нас на переднем плане электрик. Он у нас, я не знаю, он убийца или кто? Убийца, раз получает столько урона, значит убийца. Пестицидами мы его добиваем. И теперь дед. Дед, заморозить бы его. Я успел. Получим урон от пса. Но это не страшно, Давай, наверное, из пушки. А я успею молнию применить, а? Успел. Каст собьем, сбили. Слушай, ну шикарно. Блин, правда, псина сейчас меня ударит. Или не успеет? Нет, она не успеет меня ударить. И дедуля, соответственно, тоже. И получается, мы с тобой проходим. Угу. Шикарно. Это было здоровски, друзья мои. Это было очень здоровски. Так, получить награду, да? Получить. Угу, в два раза улучшили свой приз. И смотрим дальше, друзья мои. Нас еще поджидает две волны. А потом, насколько я помню, будут кактусы, да? А после них уже пойдет... А, еще кальмары. А после них уже пойдет босс. Угу. Ну ладно. Так, мы здесь что-нибудь можем с тобой прокачать, а? Кролика можем. Давай улучшим. 379 урона для карт красного цвета. Красного цвета. А какие у нас с тобой карты красного цвета? Я не могу понять. Это синий, да? Красный вот это, что ли, они имеют в виду? Ну, это фиолетовый, не красный. Да ладно, фиг с ним, ребята. Это не имеет значения. Давай-ка мы с тобой будем дальше продвигаться. Возможно, награда. 540 карточек. Поехали. Опять же зомби. Опять же надо будет вытягивать задние планы. Потому что зомби всегда встает вперед. Как ни странно. Ага. Ну, этого... уничтожим сразу же. Первые раунды, они самые легкие. Ты заметил, да, наверное, это? Давай-ка тучку применим. Тучка мне нравится тем, что она не всегда сбивает каст, но вероятность, конечно, огромная. Ага. Так, что мы с тобой сделаем? Заморозку, наверное, да? Блин, заморозка. Ну-ка, а так, если... Не то, чуть-чуть. Ну-ка. Ну да-да-да, ребята, он сразу воскрешается. Все, дед, ты попал, ты в курсе? Ты в курсе, что ты попал, а? Ну что, распишем его по-легенькому. Ты дичь. Это была только первая волна, радоваться рано. Погнали. Этот уже готовится сжечь карту. Но не тут-то было, не получилось у него ничего. Тут пестицидами добьем. Мне бы, конечно, вот того как-то достать, а? Мага. Абсолютно не то. Абсолютно не то, что надо. Мне нужна морковь. Понимаешь, морковь. Туча, сделай, пожалуйста, дело. Вот, спасибо тебе большое. Забила кастовку. Блин, да где же это-то? Морковка-то моя. Она сейчас встанет. И причем он оживает с полным хп практически, друзья мои. Вот морковь. Давай вытянем этого хламона отсюда. Так. Ну и здесь, я уже думаю, мы его распилим. Разрушение тотальное. Так, дед, не вздумал. Блин, вздумал. Вздумал, и все у него получилось, а? Ты посмотри. Слушай, а дед у нас кто, убийца? А кто же он? Просто, наверное, танк. Он как танк идет. Все. Уносите готовенького. Так, здесь... Ну, здесь, наверное, бомбанем из пушки для начала, да? Плюс поставим молнию. Прекрасно. А вот если еще морковка... Вот, добили. Так, иди сюда, волчара. Мы, наверное, заморозим его, да? Потому что мы не успеем с тобой в любом случае двоих сразу одолеть. Ага, ага. Три удара он получил. Так, волка сейчас попробую чиркнуть. Все, удачно получилось. Ну и остается только лишь электрик. Распилим его. Шикарно. Ну что, переходим с тобой на следующую волну. Так, получить. Пока, наверное, не надо, да? Так, Гринч. Ко мне. Come on here. Ты че? В плане? В плане мы не добили его. Нет, 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 нет. Дед мне сейчас нафиг не нужен. Твою же налево. Блин, этот... Так, молния может... Ага, тот сгорел. Молния, 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 молния. Ай-яй-яй, хилку врубил, а?
Молния, ты бомбишь не туда, куда надо. Пойми, ты бомбишь не в те ворота. Надо вот кого бомбить мне. Деда казенного. Ну-ка. Может, успеем с тобой, а, завалить? Под осенний новик-то этот. Не успел. Хил, что-то они тут разыгрывают партию чересчур, тебе не кажется? Ну-ка, так вот попробуем. Ага, хорошо. Так, туча. Туча, 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 давай. Да ну, блин, ну. Дед же встанет и на первое место еще сейчас, да, сиганет? Или не успеет? Не успеет. А, нет, он успеет, но подосиновика уже здесь не будет. Нам только остается с тобой заморозить его, да, этого дедулю. И дождаться какой-нибудь хороший. Я даже не знаю, чего тут. Отравим его для начала, да? Теперь ракету у него. А, все, ему крышка. Ему крышка. Так, пестицидики есть. Не будем смотреть. У нас пока вроде бы все хорошо идет. Тучу. Каст сбили. Так, я пока не буду, ребята, из пушки бомбить. Пильнем маленько, да? А вот теперь можно будет его и шваркнуть. Этот гоблин сейчас на переднее место прыгнет. Да как так-то, блин? Ну как так-то? Не добили, чуть-чуть буквально. Да что ты делаешь-то, а? Друзья, что-то дело пахнет керосином, по-моему, да? Слушай, да я попробую вон того, наверное, щегла добить. А здесь как? А здесь урон получим в лицо, вот как. У него еще здоровья столько много. Что-то ты как-то, парень. Дела-то плохи, ребята. Делаем аптечку. И надо будет смотреть рекламу. Если хотим выжить на последнем-то уровне, без этого нам не обойтись. С чего начнем, а? С заморозки, наверное, да, я думаю. Предположим. Так, теперь ага, я думал, Гринча достанем, но нет. Не то сделал. Немножечко не то, надо его пилить. Грибы лучше распиливать. И Гринча тоже лучше пилить. Так, Гринч, иди сюда. Ну, так как мы не можем, давай применим, наверное, грозовую тучу. Почему она бьет только по задним рядам? Я не могу вот этого понять. Успеем заморозить? Н-н-н. Отскользели, врубил. Ох, сейчас он как быстро будет копить себе эту, а? Как он будет сейчас быстро себе накапливать? Дай сюда мне Гринча, я его с ним еще не закончил. А вот теперь, дедуля, иди сюда. Так, молнию. Окей, сбили мы ему каст. И добьем. Все, друзья. Этот раунд у нас с вами пройден. Не скажу, что было легко. Надо же, мы аптечку с тобой получили даже. Так, ну что, получаем в двойном размере тогда все это дело, да? Угу, аптечку мне что, не дадут? А, вот, все, хорошо. Две аптечки у нас в кармане еще есть, это неплохо. Так, друзья мои, новый вид оружия у нас получится, если мы с тобой сможем одолеть вот этого ханорика. Да, живые мертвецы 2. С удовольствием их бомбану. Но не забывай, что здесь в конце вот всегда первый раунд, второй и третий, здесь будет босс в конце. Так что приготовимся к самому худшему раскладу. Ага. Так, давай-ка мы попробуем электрика. Ну, фиг с ним. Я хотел электрика вытащить, но вылетел к нам слизень. Так, теперь идет электрик. Идет электрик. Электрик у нас убийца. Поэтому его лучше расстрелять. Да ну! Дед, вали отсюда, а? Дай мне разобраться с электриком. Так, ну и, конечно же, будем бомбить сейчас с тобой деда. Зомби. Все. Так. Ну-ка. Блин, да что ж ты, мухомор, ты мне все вытягиваешь. Я на самом деле хотел вон того вон партизана достать. Давай пилить. Угу. Так, а теперь молнию попробуем. Вдруг собьем касты обоим. Слушай, по-моему, молния бьет только по задним. По задним этим рядам. Что-то вот кажется мне так. Чуть-чуть не добили, да, с тобой этого подлеца. Так, сейчас мы его уничтожим. И уже будем разбираться с тобой. Ё-моё, он успел еще звезднуть на дорожку, ты представляешь? На тебе, получи ракеты. Окей.
Так, аптечку выбил? Хм, серьезно? Так, как бы нам тут лучше сделать? Ну-ка, давай так, наверное, сделаем. Блин, на самом деле мне нужна морковь. Где морковь? Где морковь? Нету моркови, понимаешь? Не дают они мне ее. Вот она. Так, ну давай пса фиксим. Хотя мне бы, конечно, лучше забомбить Гринча. Так, 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 так. Тихо, 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 тихо. Заморозили. Теперь распиливаем. Найс. Так, дедуль, не надо, не надо. Успеем? Успел. Собьем? Сбили. Ух. Слушай, фартит. Нам с тобой фартит. Так, копим, ребята, копим энергию. И делаем выстрел. Шикарно. Так, секунду, секунду. Здесь грифон. Ладно, давай начнем, наверное, с подосиновика, да? Уничтожим его сразу же. Опа, а почему? А почему не уничтожили? Эй. Блин, как так-то? Пса убили. Так, подосиновик, иди сюда. А, он отдуплился. Ну, слушай, так это же вообще круто. Я не боюсь удара вот этих вот всяких грифонов, знаешь почему? Потому что они как танки, и у них слабый удар. Поэтому можно потерпеть. Тем более он просто уничтожает нам карту, которая тут же сразу другая появляется. Так что для нас никаких проблем. Вот ледяной урон почему-то маленький. Как ни странно. Да ладно, ты издеваешься, что ли? Эй. Так, ну что, переходим с тобой на пятую волну. Получить. И, слушай, ну я думаю, пока не надо. Не надо нам пока этого всего дела. Так, он у нас отравлен. Он там и должен, в принципе, отдуплиться, если честно. Давай сделаем вот так вот. Да ладно, бьешь-то ты куда? Так, ну ускоряшку мы сбили. Теперь попробуем деда. Успеем заморозить? Успеем. Окей. Дальше мы, наверное, с тобой сделаем как? Пустим ракету. И уже из пушки его уничтожим. О, в плане. Да ну, хорош. Вот. Вот это я понял. Блин, я совсем же забыл. Вот это я сейчас глупил, друзья мои. Я же его не добил, потому что... Ну ты понял, почему я его не добил. Потому что он не последний в этом раунде. А заморозку я не успею. Конечно, получим лещей. Ладно, теперь мы сделаем ему заморозку. Бомбанем в него ракетой. И пушкой добьем. Ну, вначале мы накопим энергию. Так, тихо, тихо, тихо. Копим, копим, ребята, копим. Бомбим. Так. А ты знал, что я самый живучий монстр по версии журнала «Сила негодяя»? Нет, не знал. Сила негодяя. Не будем рисковать, да, наверное? Ну, давай потихоньку приступать. С зомби мы займемся с тобой в последнюю самую очередь. Ты, наверное, понимаешь, да, почему? Оставляем его в последних. В последних живых. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Отлично. Так, бомбим. И надо успеть заморозку сделать. Успею ли я? Успею, 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 успею. Должен успеть. Найс. Так, дед, как-то ты вот... Ну, не в тему здесь стоишь, если честно. Не в тему. Тут нужно применять диско-шар. Знаете для чего? Чтобы просто его хотя бы убрать отсюда. Можем, конечно, бомбануть пушкой, но я, наверное, вот так сделаю лучше, да? Так, шмакодявку подтянули. Плюс распилили. Ага. И расстреляем. Да хорош. Ну, как так-то? Блин, он хиляется. Он хиляется, друзья. Причем хиляется нехило. Ну, что получается? Вот что. Так, 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 так. Ну, дед, я думаю, в любом случае уже труп. Его ничего здесь не спасет. Ударяет он, конечно, не кисло. По 650 урона наносит мне. Ну, это ничего страшного. Так, я его травануть хочу. Плюс заморозим. Я единственное не могу понять, почему в заморозке, когда он находится, на него не действует урон. То есть мы его не травим, он просто замороженный. Урона не получает.
Так, и остается только лишь добить. Я могу это сделать из пушки, в принципе. Все. Ну что, друзья мои, мы этот уровень с вами прошли, новую карту получили. Ну и награду умножаем, потому что здесь есть аптечка. Так, двойная награда. Получаем. И переходим с тобой к кактусам. Кактусы, да-да-да, именно они здесь ждут меня. А, и новый уровень, вот это великолепно, друзья мои. Великолепно. Так, у нас с тобой энергии нету, поэтому купим. И кактус, у него, значит, здесь магнит, здесь сова и отравление. Если честно, я не помню, что делает кактус. Какие у него способности. Сейчас нам распишут, в принципе, это новый монстр, нам должны рассказать про него. Че это он с куклой Вуду? Вуду кактус. Наносит 147 урона. Так, применяется 7 секунд. Крысы. Подкидывает крыс игроку в колоду. Слушайте, ребят, такого раньше не было. Это что-то новенькое, я даже не знаю. Поддержка. Так, поддержка, да, значит? Ну-ка попробуем так начали сделать. А что крысы будут в колоде моей делать, а? Интересно мне знать. Так, кактус, иди сюда. Это поддержка, поэтому пилим. Шикарно. Так, грифон ко мне возвращается. У него, правда, хп растет, скажем, разом. Заморозим. Я хотел вот пса достать, понимаешь? Ай, ладно, фиг с ним. Давай молнию врубим. Угу. Хороший вариант. Ракета куда прилетит? Вообще замечательно. Ну и уничтожаем с тобой пса. Ну это волк на самом деле, но мне удобнее говорить, что это пес смердячий. Так, ну-ка, кактус, иди сюда со своим бубном. Ты-то тут что лезешь, ё-моё. Вот плохо, когда, ребята, враг шаман. Начинает все карты нам спутывать, понимаешь, в чем дело? Спутывать все карты. Так, ну что у нас тут, интересно, вот лежит? Блин, а у меня за... Ой-ой-ой, сейчас мы получаем урона. Гроза. Угу, гроза тоже неплохо, да? Теперь ракета. Так, а это у нас как раз для него, да, пила? Угу. Фу, с удара снесли. Шикарно. Молния, 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 давай, добей, пожалуйста, этого йети. Есть контакт. Так, ну что же... Пока не надо, мне вроде бы все и так хорошо. А я сдвинуть же не могу, потому что здесь, ребят, да. Он же у нас был в окопе. Поэтому как бы на него это не распространяется. Так, гоблин. Ать, я не успел. Я не успел, ребята, применить. Но хотя бы у Гринча сбили кастовку. Ну-ка. Он, в принципе, уже труп. Дальше идет у нас этот ханурик. Я его заморожу. И попробую прострелить. Ну-ка. Блин, а что так плохо крит-то сработал, эй? Слушай, у нас хп маловато. Вот что я тебе хочу сказать. Хп маловато, это говорит о чем? О том, что нам нужно... лечиться. Да, нам нужно подлечиться. Начнем нашу эпопею. И я думаю, с молнии. Ой, с молнии. С морковки, конечно, какая молния. Я, наверное, так и не успею посмотреть, что этот чудик делает со своими крысами. Потому что я его разбираю в первую очередь. Так, это у нас убийца. А если вот так вот? Да, ребят, молния, по-моему, бьет только по задним рядам. Не хочет атаковать. Не то. Не то было сделано. Ладно, если я деда заморожу хотя бы на время, да? Мне нужна морковь. Вот она, морковь. Вытягиваем с тобой пса. И нам нужно с ним как-то разобраться. Блин, как же он бомбит. Как же он бомбит люто, а? Твою же налево, что мне делать? Ну, ракета есть только нам поможет. Да не туда, блин. Ай, дед, дед. А, ну тогда хорошо. Тогда, ребята, все замечательно. Так, заморозка. Отравление очень хорошо бомбит. Просто ты иногда забываешь, что повесил отравление, да, и то, что он там
со временем сам скоро отдуплится. Угу. Тут у нас тролль. Троллевые, а? Ну давай так сделаем. Для начала теперь молнии. Так, у Гринча сбили кастовочку. Это у нас саппорт, да? Поддержка. Угу. Ракету. Блин, убирайся отсюда. Теперь за Гринча взялись. Блин, а этот сейчас хилять будет. Кого он там хильнул? Тролля, да, по-моему, он залечил. Он залечил тролля. А если так? Ага. Блин, не сбили. И получили. Так, Гринча на помойку. Мухомора. Ну, надеюсь, в него? Н-н-н. Не в него. Да что я делаю-то, блин, я хотел... Твою же налево, а? Все, расклеился, называется, ребята. Расклеился. Ну-ка. Так, этого-то я вольну сейчас, ребят, легко и просто. Давай заморозку. Заморозку, и он готов. А этого распилим. Фух. Так, не надо, пока нормально и так. Иди сюда. Пушка его, наверное... Не сработал. Пускай ракета ударит в него, пускай. Нифига подобного. А молнии? Ну все, этому крышка, да? Отравление, я думаю, его добьет там. О! Так, получи... Блин, заморозил карты, нужные мне. Так, что у нас там? Морковь, иди сюда. С этим надо быстренько разобраться как-то. Успеть. Я не хочу к себе в колоду никаких крыс. Они мне здесь не нужны. Да ты достал уже там, йети. Йети, те. Ну-ка, молния будет бомбить на него? Ну да, когда никого не остается, она бомбит именно на него. Так, ракета. Че такой живучий-то, эй? А если так? Н-н-н. Удар все-таки получим мы с тобой, к сожалению. Блин, да ты достал, а? Распили его, пожалуйста, а? Все, мы прошли с тобой этот этап. Мы прошли, получаем магнитов целую кучу. Так, и аптечки, аптечки мне нужны. Окей, двигаемся далее. Кто у нас там сейчас будет? Ага, кактусы. Блин, если честно, я думал, мы сегодня до босса дойдем, но вряд ли, ребята, вряд ли. Мы только пройдем сегодня, наверное, вот дедов прошли. Пройдем этих кактусов и будем закругляться. Так, дай-ка я зайду в инвентарь, гляну кое-что. Оу. Я могу кое-что прокачать. Слушай, мне, наверное, нужна морковь. И... Так, снегобум. И туча. И туча. Ну, уже тогда я ракету улучшим. Но тут у нас есть новая карта. Общий урон. Так, цель передняя, да, получает? Четвертого уровня. 365 урона. Это передняя цель. У нас даже пила и то больше наносит урона, чем это. Ну, пила какого у нас? 15 уровня, конечно. А это четвертого. Надо сравнивать, когда они одинаково прокачаны. Тогда да, есть какой-то смысл. У нас 6 аптечек. 6. Слушай, это хорошо. Ну что, погнали с тобой на кактус. А тут у нас, как видишь, разыгрывается сова. Блин. Сова разыгрывается, ладно. Она тоже нам пригодится, поверь мне. Ну что же, давай, 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 давай. Ага. Окопыш. Где пестициды мои, блин, а? Или морковь? А морковь нету смысла от нее, ребят. Ага. От моркови нету смысла, потому что... Потому что вот так вот. Неужели крыс... Ребят, подбросил мне крыс в колоду. Этот гаврик. И что они будут делать, я пока ума не приложу. Так, Гринч, успокойся, а. Слушай, ну прокачали, уже чувствуется, ребята, колоссальное отравление идет.
Ну, не отравление, а урон. И плюс еще отравление вешаем. Так, давай начнем с пушки. Ой, сжигатель, блин, карт, а? Правильно, хотя бы так. Мы его добить-то добьем, интересно? Ну да, он там, если бы даже не добитый был, ребята, все равно в любом случае бы получил отравление. Успеем? Не получилось. И заморозку, и бомбят. Что только не делают надо мной тут, а? Издеваются. Просто издеваются в наглую. Ну, давай, иди сюда. Молнию, 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 сбей кастому. Да ладно, блин, ну как так-то? Мог бы сбить. Просто не захотел. Не захотел эту молнию сбить. Так, получить. Да я думаю, пока не надо. Давай его уберем отсюда. Этого заморозим. Так, и лучше его вот так, конечно же, бомбить. Хе-хе-хе-хе. Пестицидами в плане. Блин, я хотел пестициды. Во, молния. Ударит? Ударила. Ударила. Так, я аптечку, ребята, одну потрачу. С вашего, так сказать, позволения. Это в заморозку. Давай, наверное, этот подосиновый к собой уничтожим сейчас. Вот. И этого из пушки ушатаем. Да подожди, у нас урон 4 с лишним. Почему он выживает? У него 3700 было хп. Чего вы тут заливаете мне, а? Не пойму я. Почему так не срабатывает, нестабильно? Ага, ага. Кого вытянем сейчас с тобой, а? Кого мы сейчас... Ага, кактус. Кактус, значит, ну ладно. Так, кактус у нас поддержка. Тогда из пушки его. Этот у нас убийца. Его, конечно, лучше из пистолета шваркать. Ай, забыл, что он убегает. Я забыл это, что он, ребята, чешет на задний план. По кому достанется ракета, я как думаешь? Я хотел, чтобы сюда бомбануло. Да ну хорош, блин, заморозил карту. Я только на нее, ребят, рассчитывал, а? Окей. И этого сейчас мы с тобой распишем. Все. Сколько там еще, блин, еще дофига, да, волн? Так, и начну-ка я, наверное, с заморозки. Угу. Все равно другого ничего нету. Так, волчара. Расстрел. В принципе, он уже готов. Он уже, ребят, готов. Он еще об этом сам не знает, но он уже труп. Подожди, ну он отравлен. Почему отравление? Во. Вот так вот. Этот себе хп восполняет. А этот из-под тяжка все-таки бомбит, да? Тролль мелкий. Так, ладно, сделаем с тобой заморозку. Хочу вытянуть гоблина сюда, ко мне. Да, он какой-то живучий. Да чтоб тебя, блин, он уже и скакать успел, а? Достань его, ракета. Нет, не туда. Ну, ничего не поделаешь. Убийца, да, говоришь? Все. Друзья мои, последняя волна у нас. Никаких аптечек я не буду здесь тратить. С молнии начнем. С грозы. Деда уберем на задний план. Гринч, 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 Гринч. Тебя надо заморозить, по идее. Так будет лучше всем и распилить. Недобитыш, а? Получается какой-то. Дед, ну чё ты пришел сюда? О, друзья мои, срочно аптека. Аптека. Так, минус Гринч. Сейчас я берусь за кактус. Так, кактус вытянули. Заморозка. А это сейчас поменяется, блин. Еще и ударил. Молния, добей его. Фигня получается какая-то. Крысу я куда-то выкинул или что с ней случилось? Я не понял. Дед, ну, завязывай давай. Да, выжили каким-то чудом, на самом деле. О, 675 карточек на сову. Достойно.
Двигаемся далее, и у нас остается вот эта еще миссия. Так, это новый предмет. Это, помнишь, колба с ядом. Кстати, подожди, вот здесь мы с тобой что-то можем забрать. Короны эти, когда же эти короны мы с тобой насобираем полностью, а? Сундук этот до сих пор у меня как-то не копится, не знаю, с чем это связано. Столько всяких плюшек, финтифлюшек, ребята, да? И все это нужно как-то успевать сделать. Если бы я снимал только одну игру эту, да, было бы все попроще, ребята. Но ты знаешь прекрасно, что у меня очень много других игр, и я не могу долго засиживаться. И так по 40-50 минут выходит каждая игра. Так, ну что, не хватает энергии, давай мы с тобой, наверное, получим. И двинем. Двинем, завалим этих кактусят и будем, наверное, закругляться. С медузами, точнее, с этими, с осьминогами чернильными и с боссом мы уже будем разбираться в следующей серии. Так. Слушай, мне бы кактус. Да ну. Ладно, давай хотя бы так. На самом деле мне нужен был кактус со своими крысами. Я не знаю, для чего они, правда, ему нужны. Во-во-во-во-во. Она получал тут бонусов, так скажем, да? Ну, хотя бы кактус уничтожили. Уже какой-то есть в этом плюсик. Вот она, крыса. Я ее не буду трогать. Пускай она там лежит. Она мне не мешает. Она же должна, по идее, в следующем уровне исчезнуть. Должна. Так, давай. Гринч. Ну почему Гринч? Надо было вон того Хариуса бомбить. Ай-яй-яй. Вот теперь будем наугад свой шмалять. Что за карты выпадут, не поймешь. Не поймешь. Так, а если я так сделаю? Ну слушай, ну пестициды, в принципе, ребят, неплохо бомбят. Этот дед отравлен. Все. Он сейчас, ребята, отдуплится. Вот здесь вот меня немножко напрягает, блин. Во. Выцепили этого. Шитика мы с тобой. Не знаю, аптечку хотел потратить я на самом деле. Или не стоит. Или... Ну, давай, фиг с ним, ребят. Все равно нам посмотреть надо будет, да? Для 847 здоровья. С молнии начать или нет? Давай, наверное, с заморозки. Так, вытянем. Ну, пускай будет так. Расстрел. Молнию. Раз, два, три. За три удара не мог сбить каст. Ну, ты издеваешься вот надо мной сейчас в данный момент, что ли? Я не могу понять этого, а? Издеваешься ведь, гаденыш. Целенаправленно же так сделал. Так, иди отсюда, едь, ты мне бесишь. Кактус, ты даже не думай тут ничего сделать. Окей, следующая волна. Пестициды, да-да-да, пестициды, ребята. Плюс заморозка и вытягиваем. Волчара. Ну-ка. Не добитыш? Слушай, а если я молнию сейчас применю? Ну-ка, проверим. Опа. Пробили. Пилякаем. Шикарно. Ну и остается у нас чудик. Бамс. Ать! Не успел. Я думал, ребята, успею. Думал, успею его заморозить, но чуть-чуть не хватило. Ладно. Фиг с ним. Здесь босс у нас будет. Будет босс. Что бы сделать-то, а? Сдвинуть я его не сдвину, вот и столько сейчас. Гринч, иди сюда. С пушки мы его, оп. Ну и что им мне это дало? Да ничего. Как все печально, ни один каст не сбили. О, так, дед отдупился, блин, хорош. Посмотрел, называется, да, на ХП. Посмотрел рекламку для ХП и тут же все это сфейлил, моментально причем. За два каких-то удара. Ну-ка, ракета. Эй, этот сейчас ударит. Ох, у него сильный удар становится. Так, нам нужно электрика бомбить. Поехали. Сбей, сбей ему каст. Сбил, молодец, красавчик. И вот так вот. Последняя волна.
Меня никто не хотел обнимать, и я начал убивать. Так это понятно, ты же кактус, ё-моё. Угу. Давай начнем, наверное, с кого угодно, только не с него. Конечно, хотелось бы... Ладно, шмальнем. Так, этого приговариваем. Последняя волна, это же босс. Босс. Сбей каст, сбей каст, сбей каст. Шиш тебя не сбил каст, а нет. Этого мы бомбанули. Крысы, крысы, конечно же. Да хорош. Так, добьем с тобой, наверное, этого гаврюшу. Так, теперь-то что, заморозка? Блин, не то. И самое удивительное, что ничего нету. Я не могу его не заморозить, не травить. Есть только молния. Может быть, сбить каст попробовать? Сработало. Сработало, как ни странно. Саппорт. Теперь получи пилой. Угу. Теперь получи ракетой. Правда, лучше бы, когда он был бы замороженный. Все-таки еще бросит крысу мне, да? Подкинет крысеныша своего, а? Но это было последнее, что он сделал, потому что мы его сейчас с тобой просто уничтожим. Вот так вот. Фух. Да, друзья мои, новая карта. Шикарно. Ну что же, я получаю награду свою, да? Ну и что, друзья, у нас остается с вами на следующую игру пройти вот этих осьминогов, и будет босс. Ух ты, а это кто такие? Свинорылы какие-то. Ё-моё, тут какие-то гоблины или ведьмы. Не пойму, кто это. Ух, ну все это мы с тобой увидим уже в следующей серии. Так, мы можем прокачать. Я, наверное, лучше качну все-таки тучу. Хотя и пистолет. Слушай, я могу и пистолет качнуть. О, новая карта. Так, общий урон 270. Отравляет цели, наносит 150% урона спустя 7 секунд. Так, плюс 125% за использование карт зеленого цвета. Максимальное увеличение в 3 раза. То есть 3 банки я могу бросить, да? Так, она дорого обходится, интересно, в прокачке, а? Слушай, ну, 525 урона... Плюс еще 150, то есть получается 675. Но опять же, за 7 секунд, ребят, действие как бы, ну, растягивается, да? А нам нужно с тобой, ну, условный дамаг, вот как здесь. 752, сразу же. Количество ударов 4. А здесь количество ударов 3. Слушай, ну он за 3 удара... Так, еще разок. А, ну здесь 752, ну не забывайте, что здесь уровень 13, а здесь 8. Как я уже говорил, надо сравнить, когда они одинакового уровня. Вот тогда да, есть какой-то эффект. Еще вот эта пушка у нас. Не хватает ресурсов элементарно, ребята, чтобы это все дело прокачать. А надо, надо. Ну что же, давай будем заканчивать сегодня. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.